Ну что ж, следующая серия. Приближаемся к этому островку. Там тоже надо гиганта убить. Голема, кстати, гигантского голема. А, это остров орков, что ли? Давай, да. Попади в меня, попади. Вот где материалов очень много. Оп. Давай, я вас тут сейчас всех порежу. Так, гигант это хорошо, гигант это интересно. Ладно, давайте сначала с орками разберемся. Смотрите, маленький гигант, похоже. Ой. Это сейчас что такое было? Это что такое было? Спокойно, ребятки, что за... Вот это сейчас я не понял, это прям... Кто в меня так шмалял по полной программе? Ох, здесь, конечно, материалов очень много. Прям и камень, смотрите. И дерево немерено просто. Отлично. Похоже, это в меня стрелял главный. Големы появляются, что ли? А, это маги големы, похоже, какие-то. Надо ходить вот в таком режиме. Чтоб не сбиваться. Ну, зараза, все равно убивает. Чем они стреляют, интересно? Силы камня, что ли? Так, хорошо, отлично. Смотрите, у нее дубина какая. Меч, смотрите, круто. Так, давайте убьем вокруг, наверное. Прям он прицельно бьет, он даже... Так, и вот чего-то мне страшновато стало, потому что у меня больше жизни нету. А... Стрел 6 штук осталось. Ну-ка. Куда? Беги, чувак, беги! Перекат! Беги! Черт возьми. Я не знаю, куда убежать. Так, по-моему, я сам себя закрыл. Да, по-моему, я сам себя закрыл. Уаааа, там вообще жесть какая-то творится. Уаааа, беги. Беги как можно дальше, беги. Уаааа, прорыв. Големчик, успокойся. Нервы побереги свои. Так, я не хочу с ним... связываться на самом деле. Это, наверное, и так понятно, что я этого не хочу делать. Не хочу! Но он прям настырный. Он очень настырный. Но я его ударил. Есть! О, смотрите! Ледяная, что ли? Как... Ну, на ледяную броню больше похоже, на самом деле. Это, ребятки, только мне, конечно, ничего не дали. К сожалению. У меня просто, похоже, появилась возможность крафта, вот. То есть, возможность крафта этой какой-то брони новой. Ой. Что-то сейчас было такое, заглючило что-то все. Так, давайте сходим, посмотрим, мне очень интересно... Мне очень интересно, что там, ну, сундучок или же что-то такое же должно же быть по-любому, да? И вот эти големы, их что они? Вот, кстати, вот тоже интересно. Я забраться не могу, ребят. Все. Так, ну-ка. Все, вот забрался тут же. Забыл, что кирка в руках. Так, вот эти големы, я надеюсь, они больше появляться не будут. Ну что ж, меч. Последний. Вау.
Нас нифига ничего. Похоже, нас заметили. Ой-ой-ой-ой, у меня аж мурашки пошли по коже. Ну, все. К сожалению, демо-версия закончена ненадолго. Печально. Игрушка, ребятки, я вам скажу, очень эффектная. Мне очень нравится. Если посмотреть по заставке, там и полет будет, там и маунты будут, то есть на которых можно будет летать между островами. То есть там и какая-то бой с каким-то гигантом был там. Очень много таких интересных моментов, которые прям хочется опробовать и хочется в них поиграть. Посмотрим, как игра будет развиваться. По возможности, как только у меня появится какой-нибудь клиент или какое-нибудь обновление или еще что-нибудь, я сразу же буду играть, сразу же запишу видео. Ребят, если у вас быстрее появится что-то такое, вы мне, пожалуйста, тоже сообщите. Надеюсь, вам игрушка понравилась, потому что я в приятном таком впечатлении. Если не обращать на какие-то моменты графики, сама идея игры мне очень понравилась и очень прикольненько. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я надеюсь, игра будет развиваться, и она нас еще порадует очень многим. С вами был Нильгорн, всем всего хорошего, до новых встреч!